И в рамках 28-го тура этого прекрасного соревнования в Набережных Челнах встретятся соседи по турнирной таблице «КамАЗ» и «Новороссийский Черноморец». На данный момент у челнинцев 13-е место в турнирной таблице и 33 очка. «Черноморец» идет прямо следом. У новороссийской команды 31 балл в активе. Хорошая атака. На газоне один из футболистов «Черноморца», свистка нет. Борис Фортуна технично мяч оставляет. И что здесь было? Это желтая карточка. И получает ее Мельников. Соответственно, второе предупреждение. Превращается в удаление для защитника новороссийцев. Хорошее открывание, есть свободная зона. Дальше Мануйлов, дальше Фортуна. И удар! Нет, вылавливает этот мяч Даниил Фролкин. Первый по-настоящему острый момент в нашем матче едва не завершился голом. Атака «Черноморца». Заброс на правый фланг шикарный. И можно здесь даже пробить. Или даже добить. Продолжается атака новороссийцев. Гаглоев вот такую передачу придумал. Удар поворотом чуть выше. Это Фортуна. Владимир Кланцак аплодирует своему подопечному. То здесь, конечно, нужно отметить. Удар какой! Отбивает мяч вратарь перед собой. Фролкин. Эпизод ничем печальным для него в итоге не закончился. Но отбивал мяч Фролкин не слишком уверенно. Очень высоко. Хорошая подача. Где мяч? Кто-нибудь добьет из КамАЗа его? Нет, пока не получается. Самый острый момент второго тайма мы только что наблюдали. Если брать только этот показатель. Но сегодня он еще меньше. Удар поворотом. Гол! КамАЗ забивает гол! Вот такую свечу зажигает Стародуб. И мяч опускается прямиком в дальний угол. 78-я минута. КамАЗ! Ну ничего не предвещало беды. Лаук, шанс для него. Лаук пробил, не попал в створ. Еще одну ошибку на ровном месте допускает «Черноморец». И просто дарит шанс 55-му номеру челнинцев. Доверяют тренеры. Это здорово, это очень приятная тенденция. И все, друзья, со счетом 1-0 свою неприятную тенденцию прерывает КамАЗ.